Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Благоверного великого князя Александра Невского и всех образей чтущих, и пред ним мольбы свои тебе отдающие благослови. И сегодня, открывая на Забайкальской земле памятник благоверному князю, мы не только видим перед собой его изображение, но и усматриваем в этом особый духовный символ. Мы не только поставили памятник, но поставили и себе память. Память о том, что нам нужно любить Отечество. Любовь к Отечеству – это наш священный долг. И каждый из нас об этом всегда должен думать. Особенно люди верующие сугубо обязаны это выполнять, потому как это повелевает нам Господь через святых своих угодников. Этому учит нас совесть наша христианская. Праздником вас! И мне хочется, чтобы мы были достойны этого великого человека, чтобы наши границы были незыблемы, чтобы мы всегда помнили о том, где бы мы ни жили, что мы россияне. Надо быть